После вчерашней разведывательной вылазки в лес мы сегодня решили взять подкрепление и выйти на эту тропу в расширенном составе. Да, взяли эгэгэев и теперь идем уже по проверенным протоптанным тропам на восхождение. Андрюха, иди сюда, бросай. Да, начинаем восхождение, уходим с протаренных троп и начинаем испытывать... Могут быть только горы. Да, дух первооткрывательства, на которых еще не бывал. Точно. Рано вы начали завывать-то, шагай, шагай, шагай. Ну, боишься, а чё? Я чё, пенсионер, что ли? Давай, пенсионер! Вы ещё? Да-да-да! Самое ценное во всем этом видео — это слышать восторженные возгласы туристов. Потому что реально это впечатляет, да. Только вот теперь представьте себе вот эта вот конструкция. Как хрюкнется сверху, мало не покажется. Долго не засиживаться, потому что все мокро. Вот они, самые неожиданные сюрпризы природа являет нам. Да-да-да, вот такой грот с сосульками, все течет. Надеюсь, по башке не долбаню. О, слушай, она там проход. Вот-вот я и говорю, да. Ну залезть-то можно будет, вопрос как потом. Какой-то сверху такой, пойдёшь. Ай, там мокро уже. Мама со словами «все-все-все-все, дальше не идем», провалилась и решила. Ну да, мы немножко оказались одеты, экипированы не по погоде. Погодные условия такие, что был ледяной дождь, снегопад большой. А сейчас все это оттаивает и потихонечку падает вниз. Где-то маленькими кусочками, а где-то большими. И вот эти такие здоровенные сосули образуют, мне кажется, шикарные гроты. Ниже, так и пойдем. Мы испытывали, когда были в Джаспере и Банфе, и там тоже после больших снегопадов так вот приходилось пробираться. Но вот по таким скалам, склонам мы еще не шли. Будем очень осторожны. Смотреть по сторонам и любоваться вот этими красотами. Вот по таким тропам приходится прокладывать себе дорожку. Необычно, непривычно, но очень интересно и красиво. Ну ладно, мы немножко. Тут красоты столько, что ее не убавится. Нарастет новое. Это все восстанавливаемые процессы. Хотел сказать, восхождение продолжается, но на самом деле мы идем горизонтальным путем под скалой, по которой обычно все время шли сверху. Вот. Такой опыт у нас впервые, и он нам нравится. А, о, Андрюхин уже на вершине. Андрюша, Андрей, аккуратно. Очень круто! Андрей, скользко, очень.
Только не трогай их руками, не трогай их руками. Эй! Посмотри, он дядя Дима. Я подстрельнулся. Вот наша судочка лежит, вот сломанная. Вот. О, вот здесь красиво. Андрей. Вон, смотри туда. И вот дикие туристы вырвались на природу и со словами: да, посмотрите, какая тишина, решили ее разрушить. Вперед! Мотор, камера. Здесь пойдет смешливая музыка. Главное, чтобы вот, смотрите, крючки, по которым лазит эти страховочки. Давай, давай, иди, иди туда. Да, вот такими незатейливыми движениями на четырех точках. Ой, ты снимаешь. Иногда на пяти люди перемещаются по этим. Войска Александра Суворова решила обхитрить французов и пройти через Альпы. Через Атлантику. Со стороны Атлантики атаковать. Да, 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 да. Ой ты какой! Ой ты какой спортсмен! О, вкуснее, свежий, хрустящий ледышки. Да, сосульки. Вот до чего довело, да? Если кто-то считает, что в Канаде жизнь сладкая, так и вы ошибаетесь. Вот она, иммигрантская долюшка-то. Суровая иммигрантская действительность. Иммигрантская долюшка. Сколько же лет этим? Да, камням? Посчитай по годовым кольцам. Здесь папоротник растет зеленый. Да, тут папоротник, тут маморотник. Все растет. Здесь тоже можно купить перегрей. Да, можно. Вот такая вот величественная скала, навес, по которой осуществляют тренировку альпинисты. Обалдеть, как они здесь залазят. Вот, вот, вот. После трехдневного дневного восхождения мы все-таки заняли опорные высоты исторического места под названием Eagle Nest. Да, 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 вот восторженная публика, зрители на трибунах. И вот оно, цель нашего путешествия, да. И мужик в пиджаке. Ой. Во. Вот сейчас начнется обтирание снегом, закалка током высокой частоты. Ну, снимай. Так снимай, снимай, ты снимай. Да ты снимай. Так лысину не поцарапай. Сейчас когтями лед только отгребем. О, да, да. Привет, Черногории. У них Черногория, а у нас Белоснежие. Это идет видео, поэтому вы можете широко раскрыть глаза, показывать даль светлую. Посмотри, красота-то какая. Да. Ляпота. Ляпота. Так, второй дубль. Более другой образ.